За этих 3 дня они нас так погрузили во все. То есть помимо того, что мы там навыки какие-то получили или еще что-то, но это все было преподнесено так. То есть теория переплеталась с практикой. Но все это было в игровой форме. 3 дня погружения, мозг взрывается, такой мозговой штурм. Это круто. Хочется приехать быстрее домой, быстрее начать это все реализовывать. Но самое смешное, я вот никогда не думала, что я буду играть как ребенок. Представляете, а нас погрузили в игру, и мы с таким азартом, с таким интересом выполняем все задания. То есть мы играем, у нас появляется какой-то такой ажиотаж, быстрее-быстрее что-то сделать. Посмотрите, мы теперь знаем, что из чего вытекает, как оно должно структурированно идти, что, зачем, какая последовательность. Точно. Методы формы. Это мы тоже все прошли, это мы все знаем.